ежедневно выезжаем и сталкиваемся с одной из проблем, это вот на проезжей части, то есть у нас затрудняется быстрое прибытие на место происшествия. Управлением по чрезвычайным ситуациям и спасателями 14-й пожарной части города Экибастуза проводился рейд по дорогам города. Спасатели совместно с работниками городской телекомпании наглядно убедились в том, что по пути следования на происшествие пожарные часто сталкиваются с нерадивостью участников дорожного движения. Вот смотри, что делаем, а? Включенные спецсигнал и проблесковые маячки дают небольшие преимущества на дороге, конечно, при соблюдении правил безопасности движения даже пожарной машиной. Но автолюбители, находящиеся за рулем попутно следующего транспорта, по правилам дорожного движения должны уступать дорогу спецтранспорту. Иногда пожарным для того, чтобы выполнить свой долг, выезжая на выезд, приходится обращаться за помощью к дорожным полицейским. Это все из-за того, что автовладельцы, ездящие на дорогах нашего города, просто не уступают дорогу специализированному транспорту. Сотрудники МПС, роты дорожных полицейских, также приняли участие в рейде. Пристроившись сзади автомобиля пожарных, сотрудники ДПП реагировали на нарушения автовладельцев. Преграду для движения спецавтотранспорта создают не только нерадивые автовладельцы. Неправильно припаркованные авто также являются проблемой. Въезд преграждают к местам происшествий также камни, плиты и заборы, установленные при въездах во дворы. Проведенный рейд показал, что ситуация все-таки по сравнению с прошлым годом улучшается. И спасатели просят относиться к спецтранспорту пожарных наравне с транспортом дорожных полицейских и других служб быстрого реагирования. Ведь от этого зависят жизни людей.